Сотрудники погрануправления напоминают, что для посещения природных достопримечательностей, которые расположены в приграничной зоне, нужен специальный пропуск. За его отсутствие правонарушителям грозит штраф 1000 рублей и выдворение из приграничья. Таких нарушителей уже в первый месяц года вблизи границы оказалось больше 40. Напомню, что в пределы пограничной зоны входит большая часть территории Междуречья, Мзымты и Псоу, слева от участка автомобильной дороги М-27 Сочи-Сухум. А именно часть Нижнешиловского сельского округа, включая населенные пункты Верхневеселая, Нижняя Шиловка, Черешня, Ермоловка, Аибга. Оформить специальные пропуски нужно тем, кто собрался посетить сказочный каньон, Мамонтово ущелье, водопад Девичьи Слезы и безымянный озеро Кордывач. То есть те объекты, которые расположены в 5-километровой полосе до российско-абхазской границы. Посещение кордона Пслух и перевала Аишха для граждан России возможно при наличии паспорта. Более подробную информацию о порядке оформления документов можно получить в пограничном управлении на улице Театральной.